Перед женским взглядом автопанорамы предстал элегантный и определенно обладающий своим особым стилем Рено Калеос. Без сомнения, в последнее время большинство девушек отдают свои предпочтения именно кроссоверам. Станет ли Рено Калеос одним из фаворитов, узнаем вместе с женским взглядом автопанорамы. Первое, на что мы обращаем внимание, это внешний вид и стиль автомобиля. Калеос выглядит интересно, выразительно и однозначно выделяется в городском потоке. Огромные скобки дневных огней, светодиодная оптика, необычные сигналы поворота в форме бумеранга, аккуратная решетка радиатора, крупный логотип и декоративные вставки хрома создают впечатление роскоши. Стоит взглянуть на автомобиль сзади, и вниманием овладевают огромные горизонтальные задние фонари с ярко выраженным трехмерным эффектом, которые наплывают на крылья и тем самым визуально еще больше расширяют автомобиль. По бокам автомобиль украшают хромированные вставки, а при открытии двери на пороге можно прочитать название модели. В дамской сумочке никогда ничего не найти. Рено Калеос решает эту проблему с помощью ключ-карты, которую можно просто хранить в сумке, ведь двери авто открываются и закрываются автоматически. Садимся на водительское кресло и отмечаем небывало широкие дверные проемы. Настраиваем по своим параметрам сиденье с помощью набора электрорегулировок. Удобно устроиться также помогает регулировка руля в двух плоскостях. За рулем комфортно, и вот он второй большой плюс кроссовера Рено Калеос. Но это не просто комфорт, это комфорт и современный стиль, о чем нам говорит дизайн интерьера с удачно подобранными материалами отделки и высоким качеством сборки. Честно признаться, дизайн интерьера производит вау-эффект. Невозможно не отметить наличие главной детали салона – это вертикально вытянутый сенсорный экран. Очень здорово, что иконки на панели большие, что позволяет, не отвлекаясь от дороги, пользоваться опциями. И как же все-таки стильно смотрится подсветка, которая у нас присутствует по всему салону. И приятный бонус, что мы можем менять цвета подсветки и тем самым создавать себе настроение сами каждый день. Да, планшет заслуживает отдельного внимания, и стоит сразу потратить некоторое время на то, чтобы изучить возможности, которые он предлагает. При этом разобраться с планшетом будет легко абсолютно всем, благодаря удобной навигации по вкладкам. Сенсорный экран позволяет управлять функциями автомобиля, системами мультимедиа, навигации, а также осуществлять звонки и пользоваться системами помощи при вождении, такими, например, как ассистент парковки. По обе стороны экрана мультимедийной системы разместились воздуховоды отопительной системы. Чуть ниже – двухзонный климат-контроль, а также кнопки подогрева и вентиляции сидений. Имеется автоматический стояночный тормоз и круиз-контроль, система голосового управления, камера заднего вида. Следующим несомненным плюсом автомобиля мы хотели отметить его вместительность. Однозначно новый Рено Калеос прекрасно подойдет для дальних поездок всей семьей. Для удобства имеется откидной подлокотник с подстаканниками и отдельный климат-контроль. Но это еще не все. Невозможно не отметить наличие огромной панорамной крыши с электролюком, которая не только дарит эстетическое удовольствие, но и наполняет салон светом и воздухом. Следующее преимущество автомобиля – объемный багажник в 550 литров, а при сложенном заднем диване он достигает 1690 литров. Пришло время протестировать Рено Калеос на дороге. Поехали! Нам, девушкам, главное чувствовать себя комфортно за рулем и быть уверенным в своей безопасности. Именно эти чувства и дарит Рено Калеос. Благодаря своей высокой посадке и прекрасной обзорности дороги, а также специальным индикаторам, которые уменьшают опасность мертвых зон, габариты автомобиля чувствуются легко, к ним быстро привыкаешь, и любая дорога в удовольствие. Находиться за рулем Калеоса – одно удовольствие. У автомобиля отличная курсовая устойчивость, точность, цепкость, даже особый энтузиазм в поворотах. С двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 145 лошадиных сил и автоматической коробкой передач автомобиль быстро разгоняется, шумоизоляция при этом прекрасная. Подвеска настроена практически идеально. В меру жесткая и энергоемкая, она позволяет мягко проглатывать мелкие неровности и небольшие ямки. Подведем итог. Станет ли Рено Калеос одним из фаворитов среди женской половины населения? Бесспорно, да.
Колиоз выглядит превосходно и определенно заставит окружающих оборачиваться вам вслед. Он обладает стильным, роскошным интерьером, дарит прекрасную обзорность, уверенность в безопасности и комфортное вождение в любую погоду.